Поэтому не может быть такого, что вот России, что условно Швейцарии предначертано есть шоколад и принимать максимальные вклады, а нам вечно копошиться в навозе где-то в провинции. Нет, таких нету законов в мире, не существует. Вот Аристотель говорил, что государству необходимо... необходима этика или религиозный культ. Как вы считаете, вот для России это актуально? Если у нас все-таки беседа пошла о будущем, почему вообще поднимается здесь вопрос религии? Потому что он должен отпадать так или иначе постепенно. Мне это как видится в качестве какой-то базовой ценности. Мы все-таки идем к тому, чтобы это уже не могло никак подменять этику. Это может остаться как какое-то увлечение, может остаться какой-то чей-то индивидуальный культ, но это никак не может определять государственную политику. И, кстати, этика тоже, по большому счету, потому что чем дальше развивается общество, тем больше оно приходит к тому простому факту, что все контролируется законами и ничем иным. Мне кажется, просто почему я задал этот вопрос, потому что у нас в России, например, ну, очень многие законы и конституции задают этические стандарты. Угу. Могу альтернативный заход на этику предложить. Например, есть такой некто такой Погосович Назаритян, автор теории техногуманитарного баланса, который говорит о том, что общество, развивая технологии, неминуемо развивает этику. Но в скобочках после этики обычно пишет инструменты регуляции агрессии. Одно из его следствий таково, оно тоже определенным образом обосновано, на мой взгляд, вполне вменяемо. Автор этой теории, Купалосович, он считает, что цивилизация не способна выйти в космос никакая, возможно, потому что уровень технологий, который необходим для выхода в космос, одновременно, скорее всего, уничтожает эту цивилизацию. Давайте, Эльдар, послушаем, что он хочет сказать. Я в последнее время в контексте событий в России думаю только о том, что, конечно, все эти протесты еще это очень здорово, но надо против определенной силы и думать над тем, чтобы ретранслировать ту реальность, которую мы видим здесь, и то, что мы знаем и понимаем здесь, чтобы это транслировать в регионы. Потому что люди в регионах живут в абсолютно параллельной реальности, в абсолютно другом вообще измерении. Потому что у нас централизация высокая. Если этой централизации не будет, а будет а-ля конфедерация какая-то или что-то, то люди будут знать, ага, человек Иван Иванович, вот у меня, у него раньше был Ельцин, а теперь Иван Иванович, который вот в соседнем доме живет. И он у нее главный, понимаешь? Неважно там, что он отчитывается, ездит там в Москву или в Петербург или еще куда-то, там в какой-то круглый стол или еще что-то. Но вот у них есть этот человек, или там она может участвовать в прямых выборах и так далее. Вот я вижу, Тимур, что ты здесь сказать. Народная демократия – это способ, скажем так, принимать мелкие решения, стабилизировать общий комфорт в обществе. Но, как мне кажется, это не самый лучший инструмент в тех обстоятельствах, когда нужно либо добиться какой-то цели. На примере Греции, мы это Евросоюзы, сейчас кризис Еврозоны, прекрасно видим. Соответственно, вопрос открыт. Если мы хотим комфорта и стабилизации, в каком-то смысле стагнации, в каком-то смысле как бы достижения счастья для всех, на том уровне, на котором он имеется, видимо, народная демократия – это выход. Если мы хотим каких-то резких движений и, возможно, каких-то прорывов, то, видимо, необходимо как минимум закладывать в эту народную демократию способ перехода в другой режим при необходимости.
Я прошу прощения, Сереж. Тимур, Сереж, можешь сказать, ты как считаешь, прямая демократия это рулится или нет? Ну, честно говоря, нет, ну, в этом вопросе я, видимо, именно в этом вопросе я немножечко консерватор, потому что демократическая система, которую у нас принято называть западной, то есть выборы, парламент и так далее, мне представляется совершенно оптимальной на данный момент. Но вот когда вообще разрабатывались идеи коммунизма, ведь даже потом были карикатуры в западных журналах, такая классическая была, где сидят нищие Маркс и Энгельс, просят милостыню, а внизу написано, ну идея-то классная была. И, потому что даже в капиталистических странах, даже в момент холодной войны, все равно признавали, что идея была классная, ну, что сама по себе она в теории, она хорошая. И то, о чем здесь шла речь, вот о каких-то сообществах, как бы о социальной и политической активности всех граждан, потому что они в это вовлечены, как ни крути, это в принципе все к коммунизму идет. А как вы думаете, может быть, стоит сделать такую рейтинговую систему при голосовании? Когда человек с каким-то вузом, который, может быть, там как-то тоже ротируется, получает баллов больше при голосовании, чем человек, который, ну, там, закончил 5 классов школы, ну, например. И вы, как бы, готовы взять на себя ответственность? Юра, опять же, это момент, опять же, критериев, понимаешь? Откуда мы знаем, что мы вправе решать за кого-то что-то? Вопрос. Ксюша, ты как считаешь, возможно формирование правительства из блогеров? Ну, если это и правительственный дворец, то и сахарный ват, и считаю, ну, какой-то... То есть ты в это не веришь? Просто насколько эти люди, они вообще способны трезво оценивать ситуацию, кроме как теоретически? Практически-то они не видели там какого-нибудь Ивана Пупкина где-нибудь в Тамбовской губернии, который там, у него абсолютно конкретные проблемы, а блогеры будут их решать абсолютно теоретически. Вам не кажется, что время дилетантов начинается? Совершенно верно. Никакой блогер не является только блогером. Таких людей нету, кто ничего не делает, кроме этого, во-первых. Во-вторых, ни для кого не секрет, что Обама не является человеком, который определяет полностью политику США. Там. Блогеры очень часто не бывают специалистами. Они потому и блогеры, они потому и opinion-мейкеры, потому что они комментируют практически любое событие. А специалисты – это те люди, которые последовательно, полномерно прорабатывают какую-то тему, способны принимать в ней решения. А в Индии, в одном из штатов, правительство местное, муниципальное, сделало прозрачным весь документооборот. Насколько это может помочь вот этой ситуации некомпетентности? Каждый день были материалы очередные с сайта госзакупок, там анализировались, призывали экспертов. Тут радиостанция «Эхо», «Бизнес-ФМ» это делали, ничего не изменилось. Абсолютно. Подождите, а как ничего не изменилось? За счет одного вот этого сайта «Роспил» были отменены конкурсы на 40 миллиардов рублей. Лиза Солдатова, журналист, преподаватель и наш хороший друг. Привет, вы меня видите? Мы видим твою фотографию, нам этого достаточно. Я Лиза, я сижу здесь в Швеции с пивом. На самом деле я тут студент и препод одновременно. И в числе прочего преподаю шведским и иностранным студентам такой предмет, как постсоветское русское общество. То, что мои студенты замечают, и то, что я заметила, пока разговаривала с ними на эти темы, есть большая разница. Барство есть в России, которое было всю жизнь до Великой Октябрьской революции, осталось в советское время и продолжается, расцветает сейчас. Вот вопрос следующий. Для того, чтобы изменить что-то и в нашей стране, готовы ли вы, например, перестать думать категориями «быдло» и «мы»? Потому что только когда пройдет это, когда мы прекратим думать так, только тогда мы можем начать думать о том, что монархия не единственный путь для России. Вот, я честно признаюсь, что я этим грешна.
И на самом деле, когда я вижу, там, допустим, в метро из района, где я сейчас живу, Бутово, там куда-то еще, я вижу типа этих людей, у меня действительно есть какое-то пренебрежение и предубеждение. Мне кажется, в России дело касается не барства, а абсолютно снобизма в таком случае. Вот, это несколько разные вещи, и, может быть, стоило об этом поговорить. Тимур, может быть, ты как бы сделаешь такой вывод более общий, не касаемо снобов и барства, конечно, да. Ну, как бы, да. Но мне кажется, что вот наш разговор о будущем не получился по той самой причине, по которой, возможно, наша цивилизация обречена, потому что мы не способны разорвать связь с тем, с какими-то очень кажущимися важными вещами. Прямо сейчас? Ну, проходящими, да. Мы не можем, скажем, абстрагироваться, посмотреть в будущее, потому что мы очень связаны с сегодняшним днем. Я когда вот последняя часть разговора шла, мне вспоминалась такая история. Я, к сожалению, не помню, как звали этого святого, когда ему бабушка кинула веничек в костер, а он так добро улыбнулся, сказал, святая простота. Это то ли Янгус, то ли, ну, колоссальный костер. Да, вот мне кажется, вот, в принципе, вряд ли он кричал, вам промыли мозги, зомбоящик и все в таком стиле. Да, скажи ты вывод какой-то из всего нашего разговора, что ты понял, что ты хотел бы сказать. Можно дать человеку хорошее образование, но это не значит, что он его получит. Если говорить о барстве и о настоящем аристократизме, аристократ – это не тот, кто унижает человека, говоря, что он быдло, а тот, кто поднимает его до своего уровня. Неважно, насколько ему придется опуститься, чтобы этого человека поднять, но насколько он его поднимет до своего уровня, настолько он аристократ. А остальное все это фуфло. Сереж, скажи, что у тебя в голове? Во Франции запускают рекламы по телевизору, там, будь фермером и социальный. И людям кажется, это клево, да, там, доить корову и так далее. И у них нет слова «быдло» уже по этому поводу, потому что они в другом классе, но они не становятся менее полноценными гражданами от этого. Они тоже как бы образованы, при этом они тоже голосуют, они тоже прекрасно понимают и отдают себе отчет в том, что происходит в стране. Ну что, мы сильно уехали в сторону? Нормально все было, нет, все хорошо.